Махачкале благоустроили еще одну общественную территорию. По проспекту Петра Первого завершили строительство сквера. Новую парковую зону осмотрел глава города Салман Дадаев. Он пообщался с жителями двора, поинтересовался у них результатами работы и выслушал пожелания. У нас у жильцов, у меня тоже, ну, руки, наверное, не доходят. Это потому что очень много работы в городе. У нас вот этот двор сейчас раз, тут такой хороший сквер. Это, наверное, продолжаться другие дворы. Это мы сделаем междворовую сейчас ситуацию. Да, ну, да. Междворовый сквер сделаем, чтобы здесь могли как-то, ну, вот, да. Поэтому перевести, скажем так. Этот двор сделан, другие сделаны, тут остался вот один-два двора. 57-й тоже в этом году мы делаем, да, большой, да, двор. И, соответственно, вот эти два двора у нас остаются, 59-й. Здесь хорошо. Все отлично идет. Тогда я спокоен. И люди тоже главное. Сейчас уже на открытие приедем. Иншаллах. Увидимся. Как выяснилось, многие из активистов добровольно вывезли гаражи с этой территории, когда узнали, что мэрия планирует здесь строительство сквера. Как сообщает администрация города, до конца этого года благоустроят еще несколько дворов. Среди них улица Каримова, где уже асфальтируется дорога и строится новый сквер.